Я приехал на гору Монсеррат поздно вечером и остановился в местной гостинице. Мое паломничество не предполагало ничего сложного. Я лег спать и не проснулся. Меня убили. Но кто это сделал, я не знал. Моя душа должна была покинуть эту землю. Только вот убийцу так и не нашли. Могу ли я спокойно улететь с этого света? Нет. Я вижу мир совершенно не так, как видят его другие. И я вижу всех людей насквозь. Я знаю все о каждом, кто гуляет среди многовековых стен монастыря. Я не могу покинуть пределы этой горы на земле. И я не хочу покидать ее, улетая на тот свет. Мне остается только ждать, когда я сам смогу посмотреть в глаза своему убийце, и лишь тогда я буду спокоен.